Привет, друзья, я Талгат Акбергенов, и сегодня мы начинаем снимать серию кулинарных программ с морепродуктами от компании Kingfisher. А поскольку в моем меню морепродукты занимают отдельное место, и они мои самые любимые, я обожаю с ними работать, и я вам рекомендую компанию Kingfisher, которая поставляет в Казахстан морепродукты аж 2003 года. Друзья, я рекомендую, потому что это самые лучшие морепродукты в Казахстане. Сейчас я вместе с вами буду готовить лазанью, но это не простая лазанья, это лазанья из свежего атлантического лосося, и которая готовится очень быстро. Мой лосось уже у меня здесь рядом. Друзья, хочу напомнить то, что компания Kingfisher всегда заботится о вашем времени. То есть у них вот такой замечательный сервис. Я позвонил, заказал с утра, и вот сейчас мне уже доставили. Он полностью готов к употреблению. Компания Kingfisher позаботилась о моем времени. То есть она предоставила вот такой замечательный сервис, где все косточки, вся кожура, рыбы, чешуя, все удалено. Мне остается только ее приготовить очень-очень быстро. Итак, поехали. А готовлю я сегодня в кулинарной студии Bosch. Друзья, здесь такой комфорт. Классно. Нарезаю тонкими ломтиками наш лосось. Хочу напомнить, то, что лазанья – это слоеное блюдо, и поэтому мы все нарезаем слоями. Нежный лосось. Для того, чтобы наша лазанья быстро приготовилась, я буду использовать кипяток. Замочу ее в кипятке. Теперь я буду смешивать начинку. Для начинки мне понадобится свежая зелень. Здесь у меня ароматная петрушка. Я не буду ее сильно мельчить. И небольшое количество листиков базилика. Остальное мы оставим для украшения. Чем мне нравится это блюдо, то что оно не сезонное. Его можно готовить абсолютно в любое время года. Компания Kingfisher предоставит вам рыбу круглый год. Итак, беру чашку. Отправляю сюда наш зернистый творог. Зелень. Сок лимона. Сок лимона я предварительно выдавлю в чашку. Достаточно. Поливаю соком лимона нашу начинку. Соль, перец не забываем. И в конце добавляем сливки. Сливки пускай будут пожирнее. Промешиваю. Лазанья у меня уже набухла в кипятке. Теперь мне нужно все это промыть ледяной водой. И потом я буду выкладывать все это в форму. Не выливайте эту воду, этот бульон от лазаньи, она вам пригодится. Форма для запекания у меня уже готова. Я сегодня ее не буду прокладывать пергаментом, потому что у меня есть замечательное оливковое масло Барбера. Экстра виржин, которое придаст нашей лазаньи замечательный аромат. Небольшое количество масла. Хорошенько промазываю все стенки маслом. И теперь первым слоем у нас будут листы лазаньи. Мне нужно равномерно выстелить лазаньей дно, потому что это у нас основа, чтобы лазанья ваша при сервировке не разваривалась. Первый слой я уже выложил. Выкладываю слой творога. Зеленый горошек. Здесь уже на любителя. Теперь настала очередь нежного лосося. Равномерно все выкладываем. Присаливаю. Выкладываю второй слой. Здесь уже можно идти без нахлеста. Слегка придавил. Снова творожное. Соответственно, три слоя рыбы. Снова листы лазаньи.
зеленый горошек. Достаточно. Третий слой нашей рыбки. Друзья, я вам говорил, чтобы вы не выливали вот эту жидкость, в которой мы заливали лазанью. Ею я проливаю слои лазаньи, потому что небольшое количество влаги нам необходимо для того, чтобы наше тесто быстрее приготовилось. И теперь выкладываю последний слой. И крайний слой нашей лазаньи я хочу пролить нашим оливковым маслом Барбера. Это даст замечательный аромат оливок для нашей лазаньи. А как вы знаете, оливки и рыба – сочетание идеальное. Распределяй равномерно. Прям самый кайф для рыбы. Теперь мне остается добавить заключительную нотку, и это будет сыр. Остается добавить тертый сыр для нашей лазаньи, а с этим мне поможет справиться кухонная машина Bosch. Посыпаю натертым сыром. Духовка уже у меня раскалена. Лазанья практически готова. Отправляю в духовку на 15-20 минут. Прошло 15 минут, и наша лазанья готова. Вы можете подавать на стол прямо в этом блюде, но изначально я рекомендую вам ее порционно разрезать. Не пугайтесь, если у вас будет трескаться верхняя корочка, но прорезая ножом, я чувствую, как внутри лазаньи все сочно и мягко. Выкладываю лазанью на тарелку. Постарайтесь сделать это очень аккуратно, чтобы лазанья у вас не развалилась. Ах, какая красота! Для приготовления лазаньи с лососем нам понадобится филе лосося 250 грамм, творог 200 грамм, сухие пласты лазаньи 200 грамм, сыр твердых сортов 50 грамм, сливки жирностью 10-15% 120 миллилитров, зеленый горошек 250 грамм, половина лимона, небольшой пучок укропа, половина пучка базилика, соль, черный перец, оливковое масло Барбера. Остается украсить букетиком из базилика. Посмотрите, какие слои, как все красиво, живо, сочно. Это все потому, что у нас охлажденный норвежский лосось. Друзья, готовьтесь с любовью и на позитиве.